Найти в сельской глубинке одаренных людей и помочь им раскрыться. Такую вот идею решила воплотить группа молодых людей из Алматы. Команда инициаторов проекта планирует проехать по 19 районам и городам Алматинской области. Находить самородков помогают им молодежные ресурсные центры, которые работают по всему региону. Например, группа уже сняла пробный фильм о Беркучи в Раимбекском районе и представила работу на суд зрителей. Видеоматериалы о сельских талантах будут размещаться в социальных сетях. У них есть талант, но нету знакомых, да? То есть мы посредством своих фильмов мы хотим показать людям, продюсерам, к примеру, да, то, чтобы они дальше развивались.